Привет всем любителям укулеле, меня зовут Дарья, а в руках у меня как раз таки укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами будем учиться играть песню Dead Blondie «Бесприданница». Мы, кстати, разбирали уже этой авторки песню под названием «Мальчик на девятке». Кто не смотрел, обязательно посмотрите. Так вот, сегодня я научу тебя играть, как всегда, в простом варианте и в сложном варианте данную песню. Я уже чувствую, что после этого разбора ты захочешь приобрести себе первую, а может быть просто новую укулеле? Тогда музыкальный магазин Skiff Music точно для тебя. Там можно найти огромный выбор укулеле и другие инструменты на любой вкус и кошелек. А по промокоду Даши Кирпич действует скидка аж 5% на любой заказ. Но это еще не все, ведь каждый месяц ребята из Skiff Music разыгрывают гитару! Гитару Карл! Правила конкурса и вся подробная информация будет по ссылке в описании. Бери укулеле в руки и погнали учиться! И вот как оно у тебя будет выглядеть. Чем длиннее каблуки, тем короче юбка. Красная помада оставляет след на рюмке. Розовая олимпийка, белые сапожки. Просто девочка, а девочка с обложки. В школе говорят, что мне пора бы поуметь. Чё? А мне нравится по телеку в бале смотреть. Вот так. Главное, что я умею доллары менять. Ну а больше, в общем-то, мне и не нужно знать. Папин пистолет в кармане, шубы, плащ и сапоги. Вот и всё моё наследство, я принцесса из тайги. Господин Хрущев построил эту хату для меня, чтобы скучала бесприданница моя. А теперь погнали учиться играть. Разбор на укулеле. И как всегда и как обычно, начнем мы с вами с аккордов. И первый аккорд аккорда М. Зажимаем с вами вторую струну на первом ладу, а четвертую и третью струну на втором. Следующий аккорд аккорд Фа. Мы из этой конструкции просто убираем третью струну со второго лада. Третий аккорд, аккорд GM. Зажимаем с вами первую струну на первом ладу. Далее третью струну на втором ладу. И вторую струну на третьем. И последний аккорд, аккорд AM. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. Получилось DM, FA, GM и AM. И эти аккорды мы с вами будем играть от начала до конца в этой же самой последовательности, то есть никакого развития по аккорду у нас не будет. Дальше, что у нас с вами по правой руке, какой бой будем играть? В оригинале играется шестерочка, по-другому это вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, чуть медленнее. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И этот бой мы с вами будем делить на два аккорда. То есть на первый аккорд играем мы с вами вниз, вниз. На второй вверх, вверх, вниз, вверх. Давайте прям медленно покажу. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Отдельно отработайте, пожалуйста, этот момент. Для кого сложно пока играть шестерку, то вы можете взять универсальный бой вниз, вниз, вверх. То есть как будто вот первый кусочек от шестерки. То есть у вас получится так. Вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. Купил себе укулеле вот уже несколько месяцев, пытаешься на ней научиться играть, но ничего не получается. Тогда интерактивный сборник «Укулеле по шагам» специально для тебя. В нем собрана только нужная тебе информация от простого к сложному, без лишней воды и с картинками. А если навести на QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а вся подробная информация по содержанию и как его приобрести будет по ссылке в описании. Разбор на укулеле. Теперь попробуем соединить это все со словами первого куплета. Чем длиннее каблуки, тем короче юбка. Красная помада оставляет след на рюмке. Ах, розовая олимпийка, белые сапожки. Я не просто девочка, девочка с обложки. В школе говорят, что мне пора бы поумнеть. А мне нравится по телеку балет смотреть. Главное, что я умею доллары менять. Ну а больше, в общем-то, мне и не нужно знать.
Опачки! И таким же самым образом мы с вами играем и припев. То есть, по сути, всю песню от начала до конца мы играем, собственно, вот этим вот боем, делением. То есть, вот эта шестерка делить на два аккорда. И припев дальше. Папин пистолет в кармане, шубы, плащ и сапоги. Вот и все мое наследство, я принцесса из тайги. Господин Хрущев построил эту хату для меня, чтобы по тебе скучала беспреданница моя. Если вы не хотите, чтобы у вас все звучало как каша-малаша, можете где-то делать проигрыш, по типу просто взять связку аккордов и сыграть ее. Тоже хорошо, неплохо звучит, мне тоже нравится. Дальше второй куплет аналогичным образом играем. Я бандитов вечерами чаем угощаю, рэкетиров на пороге иногда встречаю. Мы ночами шахматы играем, ну а про майора так никто и не узнает. Новенькой подводкой я накрашу себе стрелочки, самая красивая приду на перестрелочку. Без любимого ножа не выхожу гулять, ты и правда думаешь, что меня можно напугать? Ха-ха! И пошел припев. Папин пистолет в кармане, шубы, плащ и сапоги и так далее. Структура очень простая песни. Куплет-припев, куплет-припев. Ну, единственное, на лакомый кусочек оставили концовочку. Вот в концовочке мы играем с вами шестерку, но уже не делим. То есть мы играем там один раз на один аккорд. Получается так. То есть, да, там просто один раз на один аккорд играем. Давайте теперь все это соберем в единую песню, чтобы вам было от начала до конца более-менее понятно, что вам надо и петь, и играть. Длиннее каблуки, тем короче юбка. Красная помада оставляет след на рюмке. Розовая олимпийка, белые сапожки. Я не просто девочка, а девочка с обложки. В школе говорят, что мне пора бы поуметь. Чё? А мне нравится по телеку балет смотреть. Главное, что я умею доллары менять. Ну а больше, в общем-то, мне и не нужно знать. Папин пистолет в кармане, шубы, плащ и сапоги. Вот и все мое наследство, я принцесса из тайги. Господин Хрущев построил эту хату для меня, чтобы по тебе скучала беспреданница моя. Рэкетиров на пороге иногда встречаю. С адвокатом мы ночами шахматы играем, ну а про майора так никто и не узнает. Новенькой подводкой я накрашу себе стрелочки, самая красивая приду на перестрелочку. Без любимого ножа не выхожу гулять, ты правда думаешь, что меня можно напугать? Папин пистолет в кармане, шубы, плащ и сапоги. Вот и все мое наследство, я принцесса из тайги. Господин Хрущев построил эту хату для меня, чтобы по тебе скучала беспреданница моя. В России так голодно из-за меня. В России так голодно. Если у тебя остались какие-то вопросы по песне, то обязательно потыкай в нужный момент, где я оставила тайм-коды, и еще раз присмотри, или же просто напиши в комментариях, я постараюсь на все ответить. Если тебе понравился данный разбор, то обязательно поставь ему лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню или мелодию мне разобрать. Также не забывай, что ты можешь показать мне свои укулеле старания. Достаточно выложить любую песню или мелодию с моих разборов к себе в инстаграмчик, в любом формате, там пост или сторис. Самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли все оповещения. Ну а для тех, кто хочет помочь мне в финансовом плане, то вы можете задать мне любую сумму на донат Alerz или подписаться на Boosty. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. Взамен они получают клёвые ништяки и весь раздаточный материал. Но меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.